Лук тебе шлет паня Квитковска. А маргарин тетя Мария. А для чего он теперь тетя Мария? Ведь ее Наташка померла. Сыночка, что я тебе скажу? Нас скоро освободят. Наши близко. А что значит освободят? Освободят? Это когда мне на пель не надо будет ходить. Я смогу быть всегда с тобой, сыночек. Всегда. Всегда, сыночек. Мама, я со мной. Не могу, сыночка, на пель надо. А если ты опоздаешь на пель, тебя будут бить.